Поставить Китай на колени. Таким образом, дипломат прокомментировал публикацию властями США списка продукции, в отношении которой планируется ввести дополнительные 25-процентные пошлины. Польская служба МИД Украины начала оформление электронных въездов в страну с деловой... Вот что на СМС-портал прилетело. Хочется узнать фразу по жизни Сергея Лазарева. Ну, судя по всему, о девизе каком-то жизненном идет речь. Девиз жизненный – максимальное количество добрых дел и радовать. Фактически появлялись песни, они были очень разные по настроению. Было большое количество англоязычного репертуара, а потом вдруг меня потянуло только на русские песни, и появились... песни такие, как «Так красиво», которые были, которые отличались от того, что я записал на английском, и поэтому я решил разделить два альбома, чтобы не мешать настроение, чтобы как бы не путать их, не путать своего слушателя и зрителя, и решил в коем веке выпустить полностью альбом на русском языке, и вот как раз альбом в «Эпицентре», который вышел в декабре 2017 года, вот в середине, да, декабря, он был полностью на русском языке. Это, по факту, был мой первый русскоязычный альбом, потому что до этого все пиво, это 5 альбомов я выписал до этого, они были в основном на английском с легким вкраплением русских песен. Здесь же я сделал абсолютно полностью русский альбом, а английские песни на английском языке, они остались, и очень многие меня фанаты любят по английским песням, им не хватает английского в последнее время в моем творчестве, поэтому я решил, что сделаю тем, кто любит меня на английском, я сделаю им такой подарок и выпущу полностью английский альбом. И вот как раз 1 апреля, несколько дней назад, он вышел, называется он The One, и в него вошли новые песни, некоторые, скажем так, оригинальные версии тех песен, которые звучат в альбоме в «Эпицентре» на русском языке. Я сделал адаптацию, сделал переводы, вот, но в основном там абсолютно новые песни. Вот, и мне очень радостно, что вот в день моего рождения альбом тут же вскочил на первую строчку в iTunes и продержался несколько дней, это очень круто. Спасибо всем поклонникам, кто ценит, кто поддерживает меня. Мы прямо сейчас поклонников порадуем песней одной из этого англоязычного альбома «Going Under». Я знаю, что вы сами ее нам предложили поставить. Почему? Да. Не знаю. Ну, во-первых, мне нравится эта песня.